Да. Салон. Сегодня у нас для нас, для всех важное событие. Тихо. Мы начинаем наш концерт. И концерт непростой. И наши выпускники, которые уже закончили несколько лет назад нашу школу, замечательно закончили, избрали свои профессии. В сегодняшнем концерте у нас выступит лауреаты международных конкурсов Валерий Мирзоян, скрипка, и Татьяна Балугина, меццо-сопрано. Это учащиеся наших преподавателей Галина Александровна Гусевой, Елена Александровна Подрудковой. Вот я вижу, сегодня пришли наши тоже девочки, которые у нас несколько лет назад закончили. Уже, наверное, и вузы закончили. Ну, вот видите. Но мы всегда рады вас видеть в нашем зале. Вот, всего вам тоже хорошего. Навещайте нас почаще. Вот. И я хотела бы даже показать то, что я хочу ребяткам наших. Ну, они всегда для нас ребятки. Вот. Это был у нас юбилейный концерт, 75 лет в школе, когда было. Вот, я нашла этот буклет, я их подарю нашим выпускникам. И вот здесь вот есть у нас такая страничка высказывания наших выпускников. Вот Татьяна Балугина, которая сегодня будет петь. Значит, вот здесь ее фотография, конечно, они все тут дети еще, учащиеся. Она пишет: музыка сопровождает нас повсюду, но когда она становится еще и специальностью, это вдвойне приятно. И этой замечательной профессии учит музыкальная школа. Пусть этот храм музыкальных знаний воспитывает еще не одно поколение талантливых мастеров своего дела, которые будут дарить нам радость общения с прекрасным миром музыки. С юбилеем! Это Валера Мирзоян, здесь его фотография. Он совсем еще вот маленький, вот такой вот. Да, но вот сегодня вы его увидите во всей красе. Итак, мы начинаем. И слово предоставляет для ведения концерта Анне Игоревне Кравцовой. Концерт. Сейчас я предупрежу артистов, что уже надо готовиться. Крейслер. Венская каприча. Ошибок не заметишь. Исполняет Валерий Мирзоян. Партия фортепиано Никита Ковалев.
Thank you.
Буланес thank you.
представляете? Oh!
Кирилл молчал. Ария Женьки из оперы «А зори здесь тихие». Oh.
Thank you.
на сцену пригласить наших выпускников. Мы вас рады, так что чуть-чуть подождем. Я испугалась, болезнь уже ушла. Я просто сижу расстроенная. Так что вам будет приятно. Ну, я надеюсь, что это у нас не последняя встреча с нашими выпускниками, что они продолжат эту нашу традицию и будут у нас еще не раз выступать. Хотелось бы им пожелать творческих успехов, потому что путь у них очень интересный, творческий, много всяких, да, и выступлений, и конкурсов, и так далее. И поэтому мы вас всегда рады видеть, мы вас любим и ждем гостя. Галина Александровна. Идите, фотографируйтесь.